Ладно, тогда все, записываю. Всем добрый вечер. Сегодня первый день каталога 16-го, накануне Нового года. Естественно, собираю совместный заказик. Вот, уже позвонила двоюродной сестре, уже позвонила родному брату мужа, да, еще кому, сыну, в общем, маме мужа, и как бы всем уже рассказала о том, что каталог начался, давайте я в течение 3 дней буду скидывать заказ. И, в принципе, все уже каталог листают, и, знаете, я не трачу время, не бегаю как бы по ним, вот. Но кого увижу, конечно, там живой каталог бумажный, а кого не вижу, тем обязательно скидываю просто ссылочку в Вайбере, и пусть они там листают. Ну и пишу, как обычно, список того, чего обязательно в этом каталоге нужно заказать. Ну и, конечно, сейчас хочу вместе с вами посмотреть этот каталог для того, чтобы наметить, какие совместные покупочки вкусненькие можно в этом каталоге сделать. Вот, ну и заодно поделюсь тем, что я в этом каталоге заказываю. Ну и, конечно, мы с вами начинаем. Так, сейчас давайте посмотрим, видно каталог, который я открыла. Давайте поставьте плюсик, если вам видно каталог, который я демонстрирую. Поставьте плюсики, что каталог видно. И я хочу начать с того, что сказать, что у меня идет по умолчанию. А по умолчанию у меня идет очень бомбовая вещь. Потому что я, как, скажем так, у меня свой интернет-магазин, и мне компания дает преимущество покупать продукцию с 50% скидкой. Я вам уже скажу, что я из этого каталога выбрала, прям с этого даже начну. Потому что первая цель у меня, я прям пролистываю быстро каталог и думаю, блин, что там самое крутое, что там самое дорогое, что мне очень сильно понравилось. Вот. И это будет у меня с 50% скидкой, потому что я очень хороший, умный покупатель. Я всю свою родню подсадила на свой интернет-магазин. Они работать не хотят со мной в проекте, но они очень здорово все соглашаются мыться рекламу. Пусть только попробуют, не согласятся, правильно? Вот, поэтому ближайшие все мои родственники и знакомые, и по мужу, и по как бы просто по знакомым, да, они все заказывают у меня. Я им скидочки небольшие делаю, конечно. Вот, и поэтому у меня собирается на самом деле хороший заказ. У меня вот по прошлому каталогу, скажу, 320 баллов я сделала. Ребят, ну честно скажу, что там где-то баллов на 200 себе, а как бы все остальное это вот просто вот мои родственники, у кого шампунь закончился, у кого мыло закончилось, то есть они все уже привыкли мне скидывать заказ, я им за это делаю либо подарочек, либо скидочки такие хорошие. Вот. Поэтому что я из этого каталога выбрала с 50% скидкой, отгадайте 3 раз, это часы. Я просто как увидела вот эти часы с красным ремешком и красным экраном за 2000, а мне они обойдутся, смотрите, калькулирую, да. Вот, если часы стоят 2000 рублей, это они стоят в каталоге, да. Вот, значит, 2000 минус 20% это то, что дает как бы скидку мне мой интернет-магазин, получается 350 рублей. Значит, получается 2000 минус 350 рублей, сейчас сброс, 2000 минус 350 рублей, так, не хочешь мне считать, ну, в общем, я так скажу, это получается 1650, и с 50% скидкой это где-то за 800 рублей я куплю себе часы. Вау! Супер! Я знаю, что у меня все часы орифлеймские, да, они по 5, по 7 лет, как бы батарейки меняешь, ничего не случается. Это очень хорошего качества, ничего не облезнет, не отвалится. Вот, то есть я себе из этого каталога выбрала с 50% скидкой часы. Ну и по умолчанию, что у меня идет? У меня идет вот такая вот классная коробочка, которая называется Wellness Life Plus. На протяжении последних, наверное, лет 5, они автоматом, если ты делаешь подписку либо на витамины, либо на коктейль, либо на протеиновый комплекс для выпечки, да, для еды, вот, то либо вот на такой вот набор, да, и вот этот вот набор Life Plus я себе заказала, уже много лет он у меня идет. То есть что в этом наборе? В этом наборе у меня идет витамины, идут витамины и минералы. Необыкновенная вещь, тут у нас и омега-3, рыбий жир, да, то есть вот такие вот шикарные пакетики, здесь две омеги, витамин Е, это наш шведский астаксантин,
и мультивитамины, минералы. Плюс в этой коробочке еще идет шейкер и мерная ложечка, чтобы отмерять протеиновый комплекс. Ну и либо коктейль, либо суп, либо протеиновый комплекс на выбор. Я вот, мама подсадила меня хлеб печь и печеньки. Вот я стала уже несколько каталогов подряд. А, кстати, еще в этой коробочке есть вот такая вот книжица, которая называется «Дневник». И там есть очень классные примеры от того питания, да, который можно сделать для того, чтобы скорректировать свой вес. Кому надо поправиться, кому нужно похудеть. Вот, и в этом дневнике все для вас расписано. Поэтому наборчик Life Plus можете полистать на сайте, посмотреть и каким образом это сделать. А сейчас давайте быстренько, мне уже я прям соскучилась, сейчас только гляну, видите вы меня или не видите, видите каталог. Да, все видите, здорово. Вот, сейчас вместе с вами пролистаем этот мега крутой каталог. Вот, и я вам открою секрет, как правильно нужно листать. Все, кто уже много со мной делают покупки, совместные покупки, я уже их приучила, что любой каталог нужно открывать и смотреть с последней страницы. Ну, просто, девчули, как бы по-другому никак не делаешь, да, вот как бы начало и конец. Поэтому смотрите, что я сейчас делаю. Я прям беру и открываю вместе с вами последнюю страницу. Прям вот так вот передвигаю. И аллилуйя. Так, смотрю, что там на последней странице. Почему? Да потому что на последней странице всегда то, что идет с невероятными скидками. И в принципе, как владелец офиса, я могу сказать, что в каждом заказе есть продукт с последней страницы. Но вот такой они делают мега подарок и просто, ну, глупо отказываться с того, что предлагается в конце. Поэтому первое, что я вписываю прям себе в заказ, и это я напишу как раз тем, кому я электронный каталог посылаю, скажу, обязательно закажи, не забудь заказать продукты с последней странички. Ребят, что это такое? Это наша классика, серия «Молоко и мед». Вот такая банка, ну там она вообще, смотрите, с золотой крышечкой, в черной упаковке, да, вот, на самом деле потрясающий аромат, я могу сказать, что этот аромат очень хорошо впитывается, да, и очень хорошо долго остается на теле, то есть вы будете спать вечером как богиня, вот, просто вас зацелуют сверху донизу, потому что это настолько вкусно, сладко, соблазнительно, да, это такой афродизиак настоящий. И мыльца, ребят, вот я считаю, что мыло, да, и опять же, помогайте мне, 69 рублей, это в каталоге, я могу по совместной покупочке сделать небольшую скидочку. Мне-то это мыло вообще рублей 40 обойдется, да, то есть там, ну, где-то 45, наверное. Вот, поэтому скажу им, давайте за 60 рублей я вам мыло, да, и где-то там за 170 я вам, наверное, крем предложу. Вот, то есть тем, кто со мной совместные покупочки согласится делать. Мыло в коробочке заменит любую шоколадку, да, и с таким ароматом потрясающе. То есть я считаю, что это мега крутой подарок. Поэтому пишу сразу себе 335-30 и 335-31. Все, это такой набор. Кому-то подарю мыло, кому-то подарю крем. Ну, закажу минимум 2 штуки, потому что меньше не имеет смысла. Итак, быстренько листаем каталог. Теперь уже можно на начало, потому что, в принципе, как бы есть. Значит, первые несколько каталогов, это несколько страничек не пропускаем, это драйверы такие. Это то, что будет, ну, скажем так, сподвигать моих клиентов, да, моих девчонок, кто вместе со мной заказывает. Да? Но я их не считаю клиентами, но на самом деле, а почему нет? Да? То есть, как бы, все равно же мы вместе делаем через меня. Вот, это будет подвигать их заказать чуть побольше. Итак, первое, это скидка 65% на румяны с кисточкой. Могу сказать, что реально, знаете, что мы сделали? Вот, ну, у меня есть кисточка, да, она вот складывается очень удобно, да, то есть вот такая вот, смотрите, круто, раз, чик, чик, то есть это не просто кисточка, а еще такая, как бы, ну, красивая штучка. Вот, и что касается румян, я вот тоже себе взяла, потому что хотя предыдущие не закончились, что мы делаем? То есть мы заказали, я заказала себе один цвет, да, розовый, а подруга у меня, Наталья Сергеевна, заказала себе коричневый. Мы с ней встретились, я отсыпала, и мы с ней, короче, досыпали друг другу и сделали вообще какой-то микс невероятный. Вот, поэтому
как бы румянами пользуюсь, безумно мне они нравятся, как без них, обязательно, это тем более серия Джордани, это наш люкс, давайте дальше. Туалетная водичка, вот честно, мне не нужна в этом каталоге, но я вот тут приглядела, что при заказе любого продукта, а у меня уже, как бы, видите, мед, молоко заказал, у меня она будет со скидкой, поэтому предложу, как бы, кому-то, скажу, если что, вода нужна, давайте, ну просто смотрите, она получается стоит 2500, а сейчас она, да, по спеццене 900 рублей, 899, а по моей цене она вообще будет 600 рублей, там, да, поэтому, конечно, я ее закажу, просто пусть будет, коснется, у меня есть, кому-нибудь подарю, если что. Вот, ну и, в принципе, мне нравится запах, и я вот пользуюсь дезодорантом из этого же аромата, в принципе, прикольно, можно и водичку, если никому из девчонок, из подружек моих не понадобится, я ее себе оставлю тогда. Так, дальше поехали. Ой, вот эта бомба, это обязательно заказываю. Так, это мне нужно. Так, пишем. Это у нас набор эссенции магнолия инжир. 122-714. 122-714. Заказываю тоже две штуки, потому что 60% скидка. Крутой набор. Мне нужно подарить директору спорткомплекса подарок на Новый год. А она такая, как бы прям вот такая. И я знаю, что вот это будет украшением любой ванны. Это аромат пятизвездочного отеля, аромат Зары. Да, если кто Зару любит, Зару Хоум, как бы это аромат такой, как бы очень-очень мега-люксовый, да, вот жидкое мыло. И тут же лосьончик для рук, а я еще, если честно, и все тело мажу, как раньше, это же крем, да, он, кстати, написано Hand and Body, лосьон. То есть лосьончик, это значит более нежной консистенции, то есть она более водянистая и быстрее впитывается. Поэтому бомбовая штука, я себе заказала, да, 122-714. Так, дальше, помада. Ну, помад у меня, ребят, помад у меня целая косметичка, поэтому пока мне не надо, я только в том каталоге розовенькую себе взяла, мне не нужно. Но очень хорошая фишка, за помадой идут медальки. Вот, если кому-то нужна, то можно заказать вот такую помаду и можно заказать вот такой блеск. И вот это сочетание помады с блеском на Новый год прям очень даже круто будет смотреться. Еще и медальки заработаем. Побежали дальше. Вот хочу похвастаться помадой 3 в 1. У меня их целых 2. И я всю администрацию города, потому что хожу, у меня там есть просто знакомые, с кем я общаюсь. Да? Вот, когда мне нужно было там помещение выбить для мероприятий на Олимпийский, вот прихожу туда, они говорят: Наташа, а ты сама-то Орифлеймом пользуешься? Я говорю: конечно, пользуюсь. Говорит: а у тебя помада какая? Я говорю: знаете, на самом деле вот люблю 3 в 1. И вот они со мной делают эти совместные покупочки. Знаешь, у нас как выглядит? То есть я, когда эта помада со скидкой, я им просто пишу смс-ки: девчонки, 3 в 1 со скидкой, они мне заказывают. То есть у меня вот два аромата, два цвета. То есть чем мне нравится, это то, что там есть и бальзам. У меня вот зимой всегда очень губы сохнут. Внутри бальзам, это беленький, то есть увлажняющий такой витамин Е. Потом идет блескучка, и потом идет сам цвет. Как бы цвета в этой серии очень насыщенные. То есть это не будет такой, как бы, вот бледяренькая такая. Она будет очень хорошая. Значит, я беру, у меня восхитительная роза и спелая ягода, по-моему. Так, какая у меня вторая? Значит, 81-я и 84-я. Да, правильно. То есть спелая ягода – это такая более насыщенная, а эта восхитительная роза, чем мне она нравится, она такая, знаете, она очень естественно на губах смотрится, да? Не знаю, видно вам или нет, но, в общем, она такая вкусная-вкусная, прям суперская помадка, обалденная. Вот, поэтому у меня пока не кончилось, девчонкам своим, девчулям напишу, что 3 в 1 со скидкой, бегом-бегом все заказывают. Ай, вот это, и вот это со скидкой, вот это у меня тоже есть. Это вообще сейчас тренд, могу сказать. Вот честно, прям говорю свое мнение. Когда появилась вот эта жидкая помада, я говорю: девчонки, я, наверное, ну, как бы мне 44 года, и, наверное, я, как бы, все-таки классический уже человек, СССРовский. Я не понимаю какие-то все извращения помад. Я не люблю вот это какой-то кисточкой мазать. Ну, что вы придумываете? И потом меня просто одна девчонка заставила, говорит: Наташ, ты попробуй, ты просто не сможешь без них вот существовать. Ребят, вот меня подсадили, вот честно, я считал, что я люблю только помады, вот такие обычные классические. И вот эти вот что-то доставать, там мазать, это вообще не про меня, ничего подобного. Я подсела, у меня 3 оттенка вот этой помады. Вот она здесь, видите, тоже как бы есть, называется она помада Stig
Нет, это не помада стик. Помада стик – это вот эта жидкая помада крем The One. Она не перламутровая, она матовая. И здесь вот такая плоская, плоская кисточка. И она на самом деле очень прикольно ложится, вообще не съедается, да, эти поверхности. И я хочу сказать, что очень удобно наносится, очень. То есть вот эта плоская кисточка, ты сильно-сильно вот так размазываешь, и больше вообще ничего не надо. То есть реальная вещь, обалденная. А вот эта штука, вы знаете, на самом деле я такими кондукторскими помадами не крашусь, но вот столкнулась с тем, что у меня бывают часто либо банкеты, либо мероприятия какие-то, где мне нужно на сцене. И там вот это то, что я обычно пользуюсь, да, вот этой помадой бледявенькой такой, она не прокатывает. То есть нужна яркая помада, вечерняя. И у каждой женщины такая помада должна быть. Вот. И вот эта помада, которая, она такого качества, просто потрясающая. Франция отдыхает, да, могу сказать, какой у меня тон, 90-й. Вот она на самом деле 90-й тон. У меня вот я покупала себе все три красных, остановилась на этой. Почему? Потому что она не коралловая и она не бордовая. То есть она такой как бы прям классический красный цвет. У каждой уважающей себя женщины должна быть помада 90 стик. Да, номер 90, потому что это классика. И она у меня здесь лежит. Вот. Листаем дальше. Так, у нас сегодня совместные покупочки. Вот, медальки соберете, выбирайте себе подарочки. А у меня уже, по-моему, 5 медалек есть. Но что-то 5 медалек, мне тут ничего особо не нравится. Я буду копить 15 медалек, чтобы взять себе тушь и маркер я хочу. Вот на что-нибудь накоплю себе вот на такое. Дальше побежали. Ой, хочу вам как раз сказать, что вот эти вот подарочки, про которые я вам сейчас буду рассказывать. Так, здесь можно потереть, понюхать. Эклат, это наша классика, я пролистываю. Вот это хочу сказать. Ой-ой-ой-ой-ой, где у меня это есть? У меня это где-то есть, вы знаете, в общем... У меня это есть в нескольких вариантах, не знаю, тут сколько, если порыться, просто не буду тратить время. На самом деле, наверное, варианта 4 или 5 у меня есть вот этих вот тенюшек, да, вот это двухцветный, у меня тут синий-черный как раз вариант. Я это называю не карандашики, я это называю тени. Почему? Потому что за 169 рублей двусторонний карандаш для глаз вы берете, открываете, и просто как бы этим цветным карандашиком рисуете себе не стрелки выводите, а прям вот, ну, как бы так толстенько проводите, и у вас будет такой, как бы, ну, как жирные тени, скажем так. То есть держаться будут потрясающе, никуда вообще не денутся. И здесь очень классные оттенки. Тут и вот этот вот синий хороший, 54-й, да, желто-синий. Очень красивое сочетание, прям всем идет, да, и вот это сине-голубой тоже всем идет, ну, в общем, все сочетания очень хорошие, просто вот выбирайте, какой вам нравится, и все, 70% скидка. Вот это, ребята, я была в круизе, и ожерелье Enigma, и вот это серьги Enigma, и самое главное, вот этот вот браслет, это так красиво смотрится, вот эти кристаллы, они так блестят, вы не представляете, то есть там одна женщина ходила как бы на круизе, а потом оказалось, что она просто, ну, модель, ее пригласили, она демонстрировала именно это украшение, у нас был показ, а я ходила, думаю, надо же, как красиво, надо же, как красиво, потом увидела, и говорю, это Oriflame такой сделал, такие украшения, они смотрятся потрясающе, поэтому я себе ожерелье беру как бы на Новый год. Хотя я вот вроде черное не ношу, но вы знаете, вот на девушке оно не смотрится как черное, оно смотрится прям бриллианты вот эти вот. Так, 279, 91, 92 и 90, да, браслет, и 90, 90, 91, 92. Вот, беру этот набор, мне очень понравилось. И вот они, часы, аллилуйя, с 50% скидкой они у меня пойдут, а 2200 они стоят. Да, то есть по нашей цене там где-то будет 1900, но где-то за 900 рублей не обойдутся. 50% пишу, 50% у меня будет 29 818. Что нужно сделать, чтобы была 50% скидка? Нужно всего лишь сделать заказ на 150 баллов. Да? То есть, конечно, у меня с моими подружками 150 баллов не получается, у меня только 300.
Вот 330, 360, ну, правда, меньше не получается. Почему? Потому что я вам уже говорила, у меня набор с витаминами, он уже 150 баллов. И плюс вот мы 150 набираем как бы просто вместе, потому что я вот такие вот видео снимаю, и как бы когда я им все вкусненько расскажу, они все это сразу и заказывают. Так, водичка Дима Билан продается по всему миру каждый час вода. То есть это такого количества воды, сколько мы продаем Диме Билану, вообще ни одной такой воды не продается. Классика подходит всем, нравится всем, очень устойчивая. Можете смело брать в подарок кому-то. При покупке двух стоит 800 рублей. Почему они такую акцию сделали? Потому что это без, скажем так, вода, которую можно без того, что человек понюхал, дарить. Вот просто реально. Вот каждый месяц в каталоге со скидкой, без скидки, огромное количество этой воды люди приходят заказывать. Вот, поэтому смело. Значит, здесь я смотрела, хотела шарф. Шарф ребенку 297,76. 297,76. Зачем мне покупать шарф на рынке, если мне выгодно купить в своем интернет-магазине? Я все понимаю, может быть, я могу там его дешевле где-то купить, но я просто глянула, что он, этот шарфик, да, сколько он, где-то я читала про него, так, ремень, а где про шарф у нас написано? Ну, в общем, мне понравился, вот шарф Реноме, он, смотрите, 1,80 м, представляете, 30 шириной, то есть мне понравилось, что он не широкий, потому что у меня сын не любит широкий, да, то есть он не такой, как палантин, а вот именно прям мужской вариант, он узенький, но он 2 метра длиной, то есть можно вот так обмотаться, можно вот так классический французский сделать на угол, то есть я пишу себе шарф, 297,76, шарф один, беру шарф, кто со мной берет шарф. Так, наборчики Эльби, ну здорово, классный набор. Мисс Джордани только в прошлом каталоге купила, и, кстати, взяла вот этот крем Мисс Джордани. Он был вместо платы за доставку. Думаю, ну дай возьму попробую. Блин, так вкусно пахнет вообще. И он, кстати, красивый, такая золотая упаковка, большой он. Там, смотрите, сколько, 250 миллилитров, 150 миллилитров. Большой крем, если он в этом каталоге будет за доставку, обязательно его возьму. Зачем платить 150 рублей, лучше за 200 рублей взять крем, да, реально, как бы бесплатно тебе его, да, но не бесплатно, а как бы получается, что за доставку я платить не буду, лучше этот крем кому-нибудь подарю, потому что тоже такой классический запах. Giordani Original, да, хорошая вода, тоже 50% скидка. Люська, мы ее зовем, Люсия, очень хороший аромат для тех, кто любит аромат сирени, вот. Люсия тоже беспроигрышный вариант, народ ее любит. Ну вот это я не поняла, воду, честно скажу, пролистываю. Дезодорантики ношу с собой, это как заканчивается, обязательно еще заказываю. Для чего нужно? Для того, чтобы освежить где-то себя, да, как бы достать, это я, мне вместо духов я ношу, вот, освежить туалетную комнату, где я бываю, если в гостях или еще где-то там, если нужно, да, чтобы у меня всегда было. Освежить, если нужно, обувь, как бы, если вдруг мне резко там что-то, я себя чувствую некомфортно, целый день там где-то проходила. То есть у меня всегда, вот он мне чем нравится, знаете, что он 75 миллилитров, он такой тоненький, маленький, и это просто мой помощник. Когда со скидкой всегда беру, как бы, и в сумку бросаю, потому что всегда нужно иногда что-то освежить. Вот, поэтому освежаю. И честно вам сказать, всегда даже не думаю, какой аромат. Вот беру просто любой. Вот у меня сейчас зелененький как раз вот этот есть. Ну, наверное, возьму в следующий раз Divine Idol, белый Idol вот этот, да, Idol. Он очень классно тоже пахнет. Так, шарфик вот это видела. Нравится мне, что шарфик с вот этой вот брошечкой. И он, видите, он маленький, там, ну, 90 на 90, но он тоненький. Видно, очень шелковистый. И его можно как шейный платочек, как бы. Ну, 900 рублей пока мне не нужно, но я думаю, я даже, знаешь, у меня одна подружка точно возьмет, она прям все шарфы скупает, ей очень нравится качество. И я так понимаю, что это, наверное, в коробочке. Ну-ка, что там, брошь, металл, брошь, наверное, продается в подарочной коробочке. Я думаю, что офигенный подарок за 1000 рублей. Прям даже знаю, кто у меня закажет это точно. Так. Ой, вам хочу сказать, какие у нас стали украшения потрясающие, как бы вот просто я, ну, в золоте вот таком не ношу, если бы носила, как бы обязательно бы заказала, мне прям очень нравится. Так, листаем шарфики, так, шарф-воротник, ну, темноват, но я думаю, что как бы для ярких девушек, я-то бледявая, мне такое не пойдет, для ярких девушек с черными волосами шарф будет очень удобно,
прям одел, как бы и заматывать ничего не надо, прям суперская идея. Ой, ура, носочки, носки, носки беру, я прям даже не думаю, мне все равно, как бы уже 5 лет подряд, там продают эти носки на Новый год, мы целый год ходим, они через, я вам скажу так, через неделю они пропадут на складе, и все будут, где носки, потом их опять чуть-чуть выкинут, потом они опять пропадут. В общем, пока они пропали, безразмерные носки, без пятки, без носка, с 36 по 39 размер, вот, значит, 298-13, это носки, я прям беру как бы три штуки, потому что на подарок, да еще в подарочной упаковке, можно как шарик на елочке повесить, слушай, каждый раз они возвращаются, помните, в том году были они как пироженки, в позапрошлом году были какой-то там еще штучки, а в этом году новогодний шарик, ну вообще бомба, просто супер. Вот, и еще я здесь присмотрела, смотрите, мочалка. Ну, мочалки всегда нужны, а почему-то они у нас классические белые, меня не бесят белые мочалки. А вот когда бывают такие вот всякие моднятки, я всегда заказываю, потому что мочалки надо обновлять, да. Не надо ждать, что это год, уже она там вся распушилась, бедная. И еще, мочалка должна быть у каждого своя, поэтому разные цвета покупаю, как бы вот красненькая, это будет, я себе обновлю точно. 297-42. Красная мочалочка. Еще вам сегодня хитрушек разных покажу, как бы, вот, это точно, как бы, какие, я знаю. Вот эти штуки у меня тоже есть, это прям сейчас все подсели. Для ног такую я себе не покупала, но у меня есть Skin Pro. Аппарат для очищения кожи. Стоит в ванной, пользуюсь регулярно, мне очень нравится. Включаешь, и такая, как бы, женская бритва. То есть она не бреет, она просто крутится, взбивает пенку, очень хорошо глубоко очищает лицо. Полистаем дальше. Так, значит, у нас пошло все, что про макияж. База, кому нужна, не знаю, но это базу ее очень как бы редко, да, покупают, но потому что ее одну купил, и ты ее тебе на 2 года хватит, этой базы. Вот. Так, тушь 5 в одном со скидкой. Так, мультифункциональный тушь. Где она? 307.19. Каждые 4 секунды продается тушь 5 в одном. То есть это просто штука, которая, ну, просто бомбовая, да, каждые 4 секунды в мире продается эта тушь. Есть люди, которые ничего из Oriflame не заказывают, только туши, поэтому я прям беру сразу 5 штук, я просто точно знаю, что у меня по совместным покупкам тушь, как бы, всегда, каждый каталог ее заказывает. И вот сейчас девушка у меня сегодня одна спрашивала, я, говорит, пользуюсь только водостойкой, буржуа, как бы, а можно заменить? Можно. Смотрите, вот она идет, 330.04. И как повезло-то, надо 330.04 плюс средства для снятия водостойкой косметики тоже со скидкой идет. Вот все, я уже даже знаю, кто у меня закажет. 321.38. Вот этот наборчик суперский. И 5 в 1 водостойкой сейчас идет, и средства водостойкой для снятия идет. То есть вот эти два, 330.04, 321.38, все, заказываем в паре обязательно. Вот, и еще у меня есть приставы, судебная девушка, я ее знаю уже 10 лет. Как бы она, ну так вот прям вот, как Oriflame никак, но она пользуется вот этой маркер-подводкой. Я ей сейчас кину каталог, скажу, маркер со скидкой на 61 странице. Я знаю, что она берет 4 штуки. Вот, так что все, я вот прям, как бы, точно у меня моя Вика закажет. Так, дальше листаем. Здесь у нас что, карандаш для бровей. Так, так, так. Вот эти вот тоже у меня их, они у меня везде раскиданы. Не знаю, 5 штук здесь сейчас я найду. Не, они у меня по ящичкам везде, в бардачке, в ящичке, в сумочке. Вот эти вот бальзамы, ребята, очень рекомендую, называется это мультиактивный бальзам для губ. У кого есть девочки, дети, да, у кого есть детишки, или просто сами любите бесцветный, то есть не особо не пользуйтесь помадой, закажите себе, вот закажите прозрачный. Это тоже как бы там внутри вот этот вот блеск, который увлажняющий, а сверху лечебный, то есть вот это 2 в 1, 2 слоя. Ухаживает сразу, да, масло канолы, там, семена шиповника, пахнет потрясающе, и, ну, она так хватает, наверное, месяца на 2 точно, то есть вы ползимы точно проходите. Вот должна быть, у меня есть и розовенькая, и коричневенькая, и бесцветная, по всем
точкам разбросано. Почему в машине лежит? Ну, потому что ты иногда выскочил, как бы ничего с собой не взял, едешь, кондиционер в лицо бьет, как бы губы сухие, достал из бардачка, тут же намазал бесцветным, да, и как бы поехал дальше. Штука хорошая. Вот, лаки, все это ухаживающее, все пользуюсь, все покупаю, хожу на маникюр только со своим набором. Это все я буду. Блестки какие красивые, офигенные. Так, вот мне пилка нужна для четырехсторонних. 275-70. Пилка большая, да, 149 рублей, 100 рублей, да вообще красота, пилка. Обязательно заказываю, мне просто нужна пилка. Кисточки, это у меня все есть. Вот, смотрите, какую хотела вам фишку показать. Когда вот такие развороты видите, раньше я такая лохушка, как бы думаю, ой, ну что там, все это понятно, это, короче, мелко, это все без скидок. А потом я поняла, что тут-то какие-то подвохи есть. Когда вы видите вот такой мелкий разворот, там обязательно что-нибудь такое миленькое и с какой-нибудь, блин, 40% скидкой. И это как раз то, что очень-очень сильно нужно, как правило. Вот, и сейчас мы с вами проверим, так ли это или нет. Значит, смотрите, здесь 40% скидка по литру губной помады. Но могу сказать, что как бы мне не очень нравится, потому что я такой как бы классический вариант, да, не люблю. Я вот вам уже сказала, я люблю помаду человечки, но раскрутили меня вот на вот эти две. Я ими, конечно, очень довольна. Может быть, когда-то раскручусь вот на такой наборчик, как помады, как тени. И их кисточкой просто наносишь. Я думаю, девчонки молодые такие штуки любят, как бы я нет. Вот. Вот это идет со скидкой. Обалдеть. Слушайте, все. Я уже писала отзывы раз пять. Вот прям тогда выложу в Инстаграм отзыв о вот этой тоналке, которая с пипеткой. Вы знаете, единственное, что могу сказать, к этой тоналке обязательно нужен спонжик, да, то есть вот какой-то вот этот бьюти-блендер, да, его называют, то есть или бьюти-блендер, или спонжик обычный. Кстати, бьюти-блендер, вот там, где мочалка красная, там бьюти-блендер идет сейчас со скидкой, поэтому если кто-то тоналку будет заказывать, на ту страничку, где красная мочалка, вернитесь, и там бьюти-блендер, такие две штучки в наборе идут, вот. Тоналка эта потрясающая, вы знаете, она жидкая, и я долго не понимала, зачем пользоваться такой тоналкой, которая течет, как бы, для чего. Вы знаете, вот одной капли хватает на все лицо, наносится очень тонким слоем, замазывает все абсолютно изъяны, да, и пигментные пятна, и веснушки, и родинки, и шрамы. Вообще ложится просто необыкновенная вещь, бомба. Вот рекомендую, какой я пользуюсь. Я пользуюсь, сейчас скажу вам, пользуюсь я слоновой костью, 21-й. Ну, это такая как бы классика, то, что, в принципе, всем подходит. Очень рекомендую, и, в принципе, она такая долгоиграющая, я вам хочу сказать. Уже я пользуюсь, наверное, 3 месяца, и у меня, наверное, только где-то 1/3 израсходовалась. То есть она еще и получается экономичная. Вот. Но вообще серия Giordani – это люксовый премиальный сегмент. Если можете себе по деньгам позволить, то вы абсолютно точно не пожалеете. И тушь, и тени запеченные просто бомбические, вот, и подводки, все это вообще как бы… Помады Giordani у меня, не знаю, 5 штук, я ими всеми довольна, да, в разных видах. У меня есть и блески Giordani, да. Я их ими пользуюсь, мне очень нравятся джордановские блески, это прям премиальный сегмент, я тебя уважаю. Джордановские помады, у меня их, я могу сказать, знаете, сколько, но я, наверное, ну 5 штук точно, и знаете, в чем еще прикол, что они тут продумали не только то, что дорогая упаковка там, да, у меня какие цвета, ну у меня все опять классика, понимаешь, то есть это у меня коралл, роза, вот, а это что? Это какая-то еще розовая роза. Вот, то есть у меня все классика. Смотрите, знаете, в чем фишка? Что вы, я вот прям себя чувствую, когда эту помаду беру в руки, я себя чувствую не только богатой и уверенной в себе женщиной, я себя еще чувствую, ощущаю владельцем, можно сказать, премиального автомобиля. Вот почему? Потому что когда-то нам преподнесли эту помаду именно таким образом. Говорит, когда-нибудь вы садились в какой-то дорогой автомобиль, да, там Lexus или BMW, или там, не знаю, какой-нибудь Porsche. И когда ты в этом автомобиле, да, просто у меня на Lexus много 10 лет проездили, я просто знаю, что это такое, когда ты дверь хлопаешь, да, если это какая-нибудь Лада, то там бух, как бы как у холодильника, да, вот. А здесь получается, что ты хлопаешь, и она так,
И она так закрывается, и вот этот звук хлопающей двери в Лексусе там, да, или в БМВ, это, конечно, мужики все прутся от этого. Девочки, у нас свои с вами секретики. Когда мы открываем эту помаду, потом закрываем и делаем вот так, вот это считайте, что вы закрыли дверь в люксовом автомобиле. Вот мужикам это не понять, но на самом деле, как бы, вот такая вот мелочь, они подбирали и делали форму флакона вот этого, да, как бы от помады, чтобы именно вот как бы женщины кайфовали. Да, вот этот вот звук, это просто бомба. На самом деле, как бы, я всегда вот беру ее в руки, всегда от этого, и всегда от этого прусь, как бы, да. Думаю, ну надо же, вот подсадили, что мы теперь помады закрываем, еще и звуки слушаем. Лаки джордановские тоже крутые. Пудру в прошлом каталоге девушка взяла, как бы она на сцене выступает, очень ей все нравится, она довольна. Вот, кстати, хочу сказать тоже, вот эта вот штука, стик, как бы под глазами закрашивать, корректор, да, очень удобно, хватает надолго, не буду сейчас искать, у меня тоже это есть. Но у меня вот в таком виде, это тоже Джордани, да, но вот в таком виде. Действует вот таким образом. Вы делаете под глазами, да, наносите вот этим стиком, потом вот так вот размазываете, да, как бы, сейчас я посмотрю. И получается вот такая штука. И вот я с вами буду сидеть до конца этого, и вы смотрите, что как будто у меня один глаз как бы подбитый, а второй глаз нормальный, да, вот это чудеса вот этого стика, на самом деле работает. Ой, наборчики пошли, наборчики как бы впечатляющие, что это такое, это наш необыкновенный бьюти-бокс, вот, бьюти-бокс номер 2, коробка красоты, ребят, ну, в принципе, за 2000 рублей что у нас тут, тут и помада Джордани, а, вообще все Джордани, да, ой, ну вообще классно, бьюти-бокс Джордани. Ну, в принципе, здорово, там и какие-то пробнички, то есть что можно сделать? Можно купить этот бьюти-бокс и по одной штучке либо раздарить, либо кому-то просто сразу заказать целый набор. Классический розовый лак, классический розовый помада, карандаш, ну, в общем, хороший тоже такой подарок, еще в такой необыкновенной упаковке. Так, шампуни пока есть, всем этим пользуюсь, краска для волос обалденная. Вот, оттенки все подбирайте, какие нужно. Вот, полотенце тюрбан. Ну, пока не нужно, полотенчик хороший. Расчески все покупаю. Мне очень нравится вот эта серенькая обычная, для укладки классная. Вот, что касается средств для укладки, ну, как бы гель, лак, мне не очень нравится, могу сказать. Вот эти шампуни, да, и восстанавливающие покупала, и для объема, все, всем этим пользуюсь. Классика, жидкое мыло для, жидкое мыло возьму, жидкое мыло нужно, вот это мед-молоко, тем более у нас там, помните, на последней страничке как бы есть вот эти вот штуки, поэтому к тому жидкому мылу обязательно, к тем кремам жидкое мыло подойдет, да, так, жидкое мыло 316-03, вот, так, есть жидкое мыло, написали. Вот оно все пошло суперское. Смотрите, вот опять подвох. На вот этой страничке здесь у нас идет интим-гель со скидкой 50%. Беру 5 штук, потому что интим-гель – это тот ходовой продукт, который у меня просто льется рекой везде. Я им честно скажу, как бы у меня стоит, я ему иногда умываюсь, он у меня стоит для тела, как бы для интимных зон, вся семья пользуется, хотя у меня мужчины одни, но интимные зоны, славьте Господи, есть у всех, вот, поэтому там тоже льется рекой. Очки мыть очень хорошо для тех, кто, у кого интим-гель, как бы, есть, и очки есть интим-гелем. Посуду я мою интим-гелем исключительно, не покупаю ни фэри, ничего, поэтому у меня интим-гель льется рекой. Беру 5 штук, 248,91, 50%, смотрите, по 150 рублей, вообще классно, там почти, нет, 300 миллилитров, то есть много. Вот, беру 5 штук, так, дальше. Ну вот это вот у нас, как бы, биоразлагаемая формула, вообще, как бы, штуки классные. Паста с щетками зубными, это только прям обновил, но хотя пасту можно одну взять, пусть она будет. Так, беру какую? Я не люблю гелевую, да, поэтому я беру просто обычный кристальная белизна. 311-31. Пасту взяли, давай дальше. Дезики пока не закончу. Дезодоранты мне эти очень нравятся, они следов на одежде не оставляют. Вот, дезодорант для ног.
Дезодорант для ног. У меня ребенок 7 лет проучился в кадетке, в прошлом году закончил. Сейчас звонит полковник, говорит: Наталья Михайловна, не можем без ваших дезодорантов. Представляете, у меня 60 вонючих сапог стоит. Пожалуйста, можно прям 10 штук привезите мне. Вот сейчас это как бы штука нужно как раз взять. 10 штук. Заказываем 326-44. 10 дезодорантов. Как бы будут брызгать, они их брызгают не на ноги, они их брызгают в ботинки солдатские. Вот это у нас красота. Вот, вот смотрите. Вот она у нас опять такой разворот. Что тут хорошего? Тут у нас идет скрабик, шведский спа-салон и маска. Вот я это беру обязательно, потому что мне это безумно нравится. И тоже с хорошей скидкой. 308,40 и 203,72. То есть это маска для лица как бы с минералами. Да? То есть там просто бомбовая формула. И я так думаю, что это уходит, снимают с производства, сейчас будет какая-то замена. Поэтому с такими скидками продается, как бы мне тем более скрабик нужен. Я люблю, кто любит вот это отшелушивать. А у меня был Novage кончился сейчас. Вот, и как бы надо чем-то заменить. Возьму вот этот шведский спа-салон. Про Wellness уже рассказывала. Вот он вам детский Wellness, кто спрашивал, да, вот омега жидкая с витаминками. Пошел уход за кожей. Наша классика. Так, у меня подруга вчера писала: Наташ, мне нужен дневной крем Novage. Надо, где он по отдельности, продается или нет? По отдельности. Так, вот он. Так, в наборе 6 средств, дневной, это вот этот светлый, 315-40. У нее набор есть, окончился дневной крем, вот надо ей заказать. 2000 стоит рублей, дорогой, но она говорит, что я какое не пробовала, она была в Америке, себе оттуда какой-то привезла, она говорит, ну не действует он так, как на Вэдж. Как бы, я, говорит, американский маме отдала, а сама пользуюсь вашим, говорит, не могу, подсадили просто, говорит, качество необыкновенное. Вот. Это мы листаем. Вот он, скраб Novage. У меня сейчас только что закончился. 700 рублей. Он со скидкой идет сейчас. Я бы взяла, но возьму шведский спа просто для того, чтобы поменять немножечко. Да? Вот, это все тоже классика. Вот, что мне нужно. Обязательно вы тоже себе записывайте, потому что это должно быть в каждой аптечке. Антибактериальное средство чайное дерево. Редко бывает со скидкой. 330-23. Почему? Потому что эта штука вообще бомбическая. Сейчас у нас с вами начинается не очень самая лучшая пора. Пожалуйста, можете капать, мыть полы. Пожалуйста, можете прыщик выдавили, помазали. У кого лицо, прыщики у детишек есть, можно тоже как бы ваткой иногда, как бы очень, если сильно, протирать там раз в неделю, там не каждый день. Вот, потом я хожу в бассейн, и это антибактериальное средство. Я прихожу когда из бассейна, я все ноги, мама меня научила, ноги все обрабатываю этим антибактериальным средством. То есть я прям капаю на ноги, на пяточки, чтобы у меня была такая дезинфекция. Вот. Поэтому если вы ходите в бассейны или в бане общественные, или еще куда-то, обязательно эту штуку, не дожидайтесь, пока ваши ногти там зацветут. Да? Вот. Обязательно эту штуку используйте. Вот. Ну и как бы много средств применения. У меня есть такая специальная бумажка, я могу скинуть там 200 вариантов применения этого средства. Люди и горло полоскают, и в уши закапывают, и что только не делают как бы с этим антибактериальным средством. Редко бывает со скидкой. Вот, смотрите, опять распродажа. Ну, не распродажа, опять милипусинки такие у нас штучки. Вот здесь вот, что я хотела взять. Я хотела взять набор пробников «Экологен». Если вы еще не являетесь обладателем набора, а набор Novage тоже приходит вот в такой красивой коробке. Если у вас еще этого набора нет, то возьмите набор пробников в этом каталоге, попробуйте прямо в самом начале. Вы протащитесь и как бы еще до конца каталога успеете как бы заказать. Может быть, подружкам кому-то закажите. Вот у меня есть подруга, которая говорит, я бы взяла экологен Novage, как бы, да, набор. Ну, что-то дороговато, вот прям так покупать страшно. Вот набор пробников, сейчас я ей предложу за 500 рублей. 545-497. Набор пробников экологен по нашей цене, да, как бы 550 цена 10 наборов. То есть 550 это получается 10 наборов. Ух ты, нифига себе, на 10 дней что ли целых хватит? Это вообще как бы, нет, я ей столько не буду давать, я, короче, набор куплю, дам ей один дневной, один ночной, остальные еще 9 подружкам раздам, кому надо подсадить на Novage.
Вот, то есть реально, зачем им сразу 10? И там у меня будет весь каталог этими пробниками мазаться. Нифига, как бы, ничего не знаю. Ну, как бы 3 максимум. Дам, и все, больше нет. Так, дальше побежали. Водички. 5 перцев, парадайз. Слушай, что-то я соскучилась по парадайзу. Дай-ка я тебе парадайз, 50% скидка. Белый перец, черный перец, зеленый перец, красный перец. И ты такая вообще, как бы, розовый перец. Вот, и еще и жасмин, вообще просто бомбовый аромат, смотрится красиво, бутылка потрясающая, 238,53, все, беру себе парадайз, как бы, ой, вообще мега круто. Так, это еще не брала, в офисе стоит, ну, как бы, людям нравится The One, да, это полностью вся серия, все водички со скидкой, и вот смотрите, опять под нас с вами это, хотят сбить с панталыку. Туалетная вода Фламбоян, тоже такая же, как Дима Билан, тоже очень популярная, как Эксайд. 1793, почти на 1000 рублей скидка. Фламбоян очень, как бы, ее разбирает. Ее специально сделали такую маленькую, такую, как бы, такой скидкой хорошей, чтобы никто не видел. А мы увидели, ура, от нас никуда не спрячешься. Так, все для него пролистываем, это понятно. Глейшер, наборчики пошли. Ну вот, знаете, честно скажу, как бы, вот я не понимаю, нафига мне нужно в Oriflame заказать какие-то ручки. Ну хорошо, шарфики, я уже поняла, как бы, украшения. Но вот какую-то такую, вот там, я не знаю, Макадемия. О, Макадемия, маска питательная за 55 рублей, вообще бомба. 75 миллилитров крем для тела, очень орех жирный такой, то есть кому, у кого кожа сухая, прям очень рекомендую. Так, это наборчики наши классические, тоже красиво можно подарить. Тени. Вот тени, пользуюсь ими с удовольствием. Несколько оттенков у меня есть этих теней. Хорошо ложатся, долго, устойчиво держатся. Никаких вообще претензий нет, тени очень нравятся эти. Лаки вот эти не хвалят. Сразу говорю, вот эти лаки не берите. Блески нормальные, но это все такое маленькое. Помадки вот эти нормальные, они дешевенькие, но они не насыщенного цвета. Они практически такие, как бы, прозрачные. Вот, не могу ничего сказать. Детские наборы здоровские, разбирать будут сразу. Если сразу не закажете в ближайшие первых 5 дней каталога, потом их не будет, сразу говорю. Вот, пошли наборчики мужские для лица, алоэ. Вот, давайте дойдем вот до этого. Вот это нужно, 164-я страница, обязательно заказываем, потому что здесь наборы XXL. Да, XXL, большие наборы чего? Шампунь, 2 в одном, да, с кокосом. Детям нравится безумно ромашка, я пользуюсь 2 в одном, потому что он такой пожирнее, да, немножечко. Вот, ну, крапива, это у кого набор для жирных волос. Выбирайте ваш оттенок, и вам это будет. Мыло с елочкой тоже, как бы, такой классический вариант, очень здоровский. Вот этот наборчик, я хочу сказать, что мыльца, вы знаете, мне не очень нравится запах корицы, пряности и вот этого всего, но мыльца очень красивая, его надо достать из упаковочки, вот с этим кремом я, наверное, закажу, как бы, вот, наверное, с елочкой закажу, это закажу, кому-нибудь задарю, да, все-таки за 100 рублей подарок обалденный. Так, набор. Как набор? 122-725. Ну, возьму, наверное, 3 наборчика таких и 3 таких. За 100 рублей, а потом будешь бегать, как конфеты, всякую хрень покупать. Давайте лучше сразу. 122-726. Тоже 3 набора. Так, супер. Ну вот мы с вами и дошли до конца. Значит, ребята, я буду заказ делать завтра вечером, в понедельник, потому что у нас доставка будет тогда на среду. То есть прямо сегодня-завтра посмотрите, послушайте это видео, полистайте вместе со мной каталог и прямо сегодня-завтра делайте заказ, иначе половины из этого не будет. Вот. Не пропустите самое вкусное в этом каталоге и пишите мне прямо смс-очки. Договорились? Вот. Я выключаю запись. И скажите, ага, вот, я сейчас посмотрю.